День, друзья, находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Boston Technic – это возможность приобрести сельхозтехнику за наличные средства, а также по перечислению. Сегодня к вашему вниманию представляю трактор Затор АНТ-4135 2019 года выпуска. Данный трактор с наработкой 1500 моточасов. Данный трактор находится в идеальнейшем техническом состоянии. За состоянием тщательно следили. От покупки до нынешнего момента находится в одном хозяйстве. Сейчас посмотрим с вами кабину. В кабине у нас идеальнейший порядок. Смотрим механизатор. За состоянием и за убранством кабины следил. Видите, даже тряпочка стоп-грязь. Остекление кабины светлое, без сколов, трещин. Осветительные приборы, все комплектно. Износ резины по кругу на остатках 70%. Передний мост, гидравлика, без потеков запотеваний. За диски ровные, без сколов и деформаций. Задняя резина также на остатке 70-80. Прицепное также у нас в идеальном состоянии. Смотрим разъемы гидравлической системы. Само прицепное. Мост, вал отбора мощности. Все без потеков, все в идеале. Теперь повторю, что остекление светлое, без трещин, сколов. Диски все ровные, без деформаций. Резина на остатках по кругу 70-80%. Трактор полностью комплектен. Обслуживался сервисной компанией. Все сервисные и плановые ТО проводились вовремя. Так что к трактору нареканий нету. Кого заинтересовал данное, ZRNT4135F, звоните, пишите. Да не более подробную информацию. Также поможем с приобретением. Всем удачи и добра.